22 июня – скорбная дата для всех стран бывшего Советского Союза. 83 года назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и жестокая. В сквере Марии Рубцовой рядом с легендарным танком Т-34 почтили память тех, кто героически сражался за нашу Родину. Важно помнить, потому что мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Мой дед всегда рассказывал о моем прадеде. Я буду рассказывать своим детям, мои дети это будут рассказывать своим детям. Важно сохранить эту цепочку между отцом и ребенком, дедом и прадедом. Химчане присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Она проходит ежегодно по всей России. В сквере Марии Рубцовой зажгли сотни свечей в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу отчизну. Огонь в лампадах священный, его привозят из храма. Была на службе в Елоховском соборе, где проходила панихида по всем защитникам Отечества и мирным жителям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также там была зажжена главная свеча нашей страны, откуда все маленькие свечечки разъезжаются по всем городам. У каждой прабабушки, прадедушки принимали участие в этой Великой Отечественной войне. И не надо забывать такую великую дату, потому что каждый воевал, каждый сражался. События сегодняшних дней тесно связаны с Великой Отечественной. Владимир Коннов, ветеран специальной военной операции, в сквер Марии Рубцовой пришел вместе с женой, чтобы почтить память своих дедов и боевых товарищей. Что тогда деды освобождали от фашизма Украину, что сейчас тоже освобождаем наши территории, те, которые рассчитаются России и чисто исторически. В акции «Свеча памяти» приняли участие жители, депутаты, волонтеры и активисты «Единой России», «Молодой гвардии». Когда на улице стемнело, огни зажглись еще ярче. Сегодня я зажигаю свечу памяти в честь моей прабабушки, моих двух прадедушек, прабабушки моего мужа, прадедушки моего мужа. И в память о всех тех солдатах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые боролись за счастье на земле и за мирное небо. Накануне Дня памяти и скорби в сквере Марии Рубцовой зажглось 500 лампад. Их выложили в одну большую композицию со словами «Химки помнят, помнят и гордятся подвигом наших предков». Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.